Привет, друзья! Сегодня проходим второго босса из дополнения к игре The Search. Дополнение называется Дикий Запад. Босса зовут Ля Муэрте. Несложный босс, но тут главное правильно выбрать оружие. Скажем так, дойти до него было гораздо сложнее. А так, имея определенные навыки в этой игре, сразиться с ним не так сложно. Вот, видите, это оружие неправильно выбрано. Сейчас я поменяю его на другое. И дело пойдет как по маслу. В общем-то, в подарок нам выдадут вот эту косу, которую он машет. Но она, в принципе, мощная. Она сразу вкачана до 4 уровня. Ну и по обмундированию тут, что с него удастся снять, как бы это эпизоды реиграбельные в Диком Западе, и тут как бы много раз можно одно и то же проходить. В общем-то и все, да? Тотемный волк был сложнее, скажем так. Гораздо сложнее. Вот, собственно, и все. Вот, руки его получили, и Жнец-опустошитель. Страсти-мордасти. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не болейте. Всем пока.